Всем привет! Представляю вашему вниманию новую посылочку. Давно мы ничего в карме не вскрывали. Пришла вот такая вот у нас шась. Так, еще дополнительные ништячки. Шась от моего знакомого. Точнее, мы с ним поменялись моделями. Как вы все помните, была у меня шась от Crosser C, красный такой джипчик, вот, и ему на замену вот такой вот Defender. Смотрите, тяжелый капец, просто тяжеленнейший. Посмотрите пока на этого красавца. Так, что-то бампер у нас болтается. С лебедочкой такой копийной. Варновской. Ага, у меня такого плана есть кусторезы. Или как они, бокорезы называются еще. О. Вот это вот вообще шикарнейший вариант. Выведены выключатели. На включение, наверное, света. Лебедка должна управляться с третьего канала. По-любому, наверное. Вот. Ну, будем разбираться. А сейчас быстренько еще глянем пакетик, который я просил его отдельно для меня сделать. Точнее будет сказать, отпечатать для меня. Несколько файлов. Да, красота. Это напечатанный на фотополимере, на принтере. Это уже новый, как говорится, уровень. Это заглушки на шишигу на диске в 16 масштабе. Передние и задние. Качество, конечно, идеальное. Первый раз держу из смолы детали в руках. Просто шикарнейшие. И вот тут еще у меня несколько деталюшек. Это горловины на ту же самую шишигу на баке. Вот. Есть еще кое-какие детальки, но я вам их не покажу. Точнее покажу, но позже. Так, все убираем. Просто хотелось очень посмотреть. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, тут у нас болтается. Смотрим, как он разбирается. Наверное, вот эти вот гайки. Так, смотрим, что у нас сзади. Ага, сзади такие крючочки. Надо как-то, получается, все вижу. Приподнимаем и выводим назад. Вот так вот. Ага, это у нас свет. Корка на вскидочку весит, я не знаю, килограмм, наверное, 2. Так, здесь у нас еще выключатель, наверное, самой модели выведен. Здесь у нас с вами стоит БК-система. Так, здесь стоит БК-система. Нет, выключатель, вот он. Выключатель здесь. Так. Смотрим. А за основу взята шась аксиала первого поколения. Аксиал вообще практически новенький. Так, чуть-чуть что-то у нас тут люфтит. Надо будет это дело все посмотреть. Вот. Резина направленная, но почему-то стоит
колеса задние правильные, а передние неправильно. В обратную сторону. Может быть, типа для лучшего зацепа. Но резина такая довольно-таки мягкая. Вот. Диски перевернутые вовнутрь, развернутые. Вот, с переходниками в обратную сторону сделано. Это для того, чтобы сузить колею, потому что Defender такая моделька узенькая. Ну что тут? Конечно бы хотелось сразу запустить регулятор, серво. Наверное, свет весь. Лебедка у нас без управления. Просто на нее питание. Но никаких выключателей, ничего нет. Отдельно, получается, фары включаются, которые на шасси. Отдельно фары, которые на кузове. Шасси довольно-таки всем известные. Серво перенесена на, как говорится, на мост, чтобы не было никаких подруливаний в момент, как говорится, езды. Вот. Ну, тут немножко надо будет подкрутить все, повертеть. Вот. Ну и, соответственно, поедем покатаем, посмотрим, что и как здесь устроено. Очень много выключателей. Вот он еще выключатель. Вот еще выключатель. Что-то выключателей я насчитываю. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть выключателей на модели. Шесть выключателей на модели. Вот. И ни одного на лебедку. Посмотрим. Есть у нас уже Defender в компании. Тоже тяжелая модель. Вот будем теперь на них катать и сравнивать. Не знаю, какой тяжелее из них. На этом еще очень много алюминия. Вот, посмотрим, что и как. Самое прикольное то, что колеса это с той машины, с красной, Cross RC. Получается, модель уехала туда. Колесики приехали сюда. Но они изначально были так сделаны. Ну ладно, все, собираем. В ближайшие дни едем на тест. Сразу, наверное. Ну все, всем пока.